Ильнар Давлешин узнал об акции из объявления, что местные жители повесили на двери магазина. У него много книг, и он готов ими делиться. Несмотря на то, что сегодня праздничный день и библиотека закрыта, парень решил оставить книги прямо на крыльце читального зала. Раньше очень часто ходил в эту библиотеку. Сейчас, ну, к сожалению, не могу, потому что хожу в библиотеку у нас в учебном моем заведении. Часто время провожу в Казани. Вот. Сейчас очень жаль, что эта библиотека нуждается в книжном фонде, и хочется как бы возродить ее. Именно поэтому я вот принес вот какой-то небольшой дар от меня. Объявления висят по всему поселку. К сожалению, поговорить с сотрудниками библиотеки нам не удалось. Сегодня она закрыта. По мнению некоторых жителей, угроза вопроса о закрытии библиотеки встала после того, как стало ясно, книги молодежи больше не интересны. Ну, надо, наверное, расширять кругозор знаний. Ну, не все в интернете, правильно, лазить? Дети пускай приходят, читают. Надо. Может быть, школа не такие книги, может быть, будет библиотека. Высшее образование, кто учится, может быть, тоже подходит. Тоже надо. Чтобы хоть как-то помочь библиотеке, нужно взять старые книги и журналы, которые вы собирались выкинуть, и принести в здание, которое находится по улице Центральная, дом 40А. В библиотеке будут рады любой помощи. Если раньше россиян считали самой читающей нацией, сегодня все изменилось. Подрастающее поколение интересует гаджеты. Чтобы вернуть людям любовь к книге, в Атарах придумали народную акцию, поддержать которую решились многие жители. Андрей Трофимов, Айгуль Низамудинова, Роман Фенин, эфир 24. Рэй Донован. С понедельника по четверг. Премьера на телеканале «Эфир».